Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Алгебра 7 класс» авторы Мерзляк, Полонский и Кер под номером 1148. Нас просят упростить выражение. Каждое выражение – это многочлен, а многочлен – это сумма одночленов, и наши одночлены записаны не в стандартном виде. Поэтому приведем каждый одночлен к стандартному виду и дальше посмотрим, как мы можем еще упростить. Итак, 4а в кубе аб минус 6а квадрат б куб минус 5аб умножить на 3а плюс 7а в кубе б умножить на 0,2 б в четвертой степени. Итак, первый одночлен. Коэффициент его 4 переписываем. А в кубе умножить на а. Это будет степень с основанием а. А показатели степеней складываются 3 плюс 1, 4. А в четвертой степени. И дописываем буквенный множитель b. Коэффициент минус 6 переписываем. А в квадрате переписываем. А произведение степени с одинаковым основанием b в кубе умножить на b в кубе записываем как степень с тем же основанием. А показатели складываем 3 плюс 3 – это 6. Минус 5ab умножить на 3a. Находим произведение числовых множителей. Минус 5 умножить на 3 – минус 15. А умножить на а – а в квадрате и b. 7 умножаем на 0,2, получаем 1,4. А в кубе переписываем. И b умножить на b в четвертой степени. Основание переписываем, показатели складываем. 1 плюс 4 – это 5. Итак, мы получили с вами многочлен, состоящий из одночленов стандартного вида. И единственное, что мы еще можем сделать, это вынести за скобки общий множитель. Коэффициент у нас 4 минус 6, 15, 1,4. 15 нечетное, 3 четные. 15 делится на 5 и 3. 4 не делится ни на 5, ни на 3. Поэтому общего числового множителя у нас с вами не будет. Поэтому выносим за скобки степень с основанием, которое есть у каждого одночлена, с меньшим показателем. Итак, для степеней с основанием а у нас есть степени а в четвертой степени, а в квадрате и а в кубе. Выносим а в квадрате. Степень с наименьшим показателем. Смотрим на степени с основанием b. И наименьшая степень с наименьшим показателем – это b в первой степени. Итак, выносим за скобки а квадрат b. Что остается в скобках? 4а в четвертой степени b делим на а квадрат b. Получаем 4а квадрат. Минус 6а квадрат b в шестой степени делим на а квадрат b. Получаем минус 6. b в шестой степени делим на b в первой степени. Основание переписываем, показатели вычитаем. 6 минус 1 – это 5. Минус 15а квадрат b делим на а квадрат b, получаем минус 15. И 1,4а в кубе b в пятой степени делим на а квадрат b, получаем плюс 1,4. А мы от 3 вычли 2. И b в четвертой степени. От b в пятой степени вычли 1, b в первой. От 5 вычли 2. Вычли 1, получили b в четвертой степени под номером 11. У нас с вами, опять же, многочлен, но одночлены записаны не в стандартном виде, поэтому запишем их в стандартном виде. 11m в квадрате умножить на 2mn. Произведение числовых множителей 11 умножить на 2 – это 22. Теперь умножаем степени с основанием m. m в квадрате умножить на m в первой степени. Основание переписываем. Показатели складываем 2 плюс 1 – это 3. И еще умножить на степень n в первой степени. Так, минус 9mn умножаем на 6mn в кубе. Умножаем числовые множители. Минус 9 на 6 – минус 54. m умножаем на m. m в квадрате. И n в первой степени умножаем на n в кубе, получаем n в четвертой степени.
10 переписываем, m умножить на m, m в квадрате, и дописываем множитель n. Буквенную часть мы записываем с вами в алфавитном порядке. Ну, обратите внимание, что все коэффициенты четные, поэтому выносим за скобки общий множитель 2. Для степеней с основанием m степень с наименьшим показателем – это m в квадрате. Для степеней с основанием n – это n в первой степени. Ну и теперь каждый одночлен делим на общий множитель. 22m в кубе n делим на 2m в квадрате n, получаем 11m. Минус 54m в квадрате n в четвертой степени делим на общий множитель. Минус 54 делим на 2, получаем минус 27. И n в четвертой степени делим на n в первой степени, n в кубе. Показатели вычитаем. От 4 вычли показатель 1. И осталось 10m в квадрате n разделить на 2m в квадрате n. Получаем 5. Плюс 5. Под номером 8. 8x, x в четвертой степени, x умножить на минус 1 четвертую xy плюс 18xy умножить на 7 девятых y, x в пятой степени. Итак, перемножаем коэффициенты. 8 умножаем на минус 1 четвертую. Результат будет отрицательный. Ставим знак минус. Теперь, как мы 8 умножаем на 1 четвертую? То есть мы перемножаем модули. Для этого 8 делим на знаменатель на 4. Это 2. И полученный результат умножаем на числитель 2жды 1. Это 2. Теперь перемножаем степени с основанием x. Основание переписываем. Складываем показатели 1 плюс 4 плюс 1 и плюс 1. Получаем x в седьмой степени. И переписываем y. 18xy умножаем на 7 девятых y, x в пятой степени. Сначала перемножаем коэффициенты. 18 умножаем на 7 девятых. Для этого 18 делим на 9, 2, и умножаем результат на 4, 2жды 7, 14. Находим произведение степеней с основанием x. Основание переписываем, показатели складываем. 1 плюс 5 – это 6. y умножить на y, y в квадрате. Вынесем за скобки общий множитель. Коэффициенты четные. Поскольку у нас на первом месте стоит коэффициент со знаком минус, давайте вынесем минус 2 за скобки. Тогда в скобках знаки поменяются на противоположные. Теперь для степени с основанием x выносим степень с меньшим показателем, это x в шестой степени. И для степени с основанием y тоже выносим степень с меньшим показателем, это будет y в первой степени. Ну и теперь что остается в скобках? Минус 2x в седьмой степени y делим на минус 2x в шестой степени y. Остается степень с основанием x, показатель будет 7 минус 6, 1. Показатель 1 мы не пишем. Теперь 14х в шестой степени y в квадрате делим на минус 2х в шестой степени y. 14 делим на минус 2, получаем минус 7. И y в квадрат делим на y, будет y в первой степени или просто y. И четвертое. Преобразуем многочлен так, чтобы у нас все одночлены были записаны в стандартном виде. Первый одночлен 9х в кубе x, y квадрат. Переписываем коэффициент 9. Х в кубе умножаем на x в первой степени. Основание переписываем, показатели складываем 3 плюс 1, 4. И дописываем y квадрат. Коэффициент второго одночлена минус 8 переписываем. X переписываем, а y квадрат умножить на y в восьмой степени. Основание переписываем, показатели складываем 2 плюс 8, 10. Следующий одночлен. Находим произведение числовых коэффициентов. 12 умножаем на 4, будет плюс 48. Х квадрат переписываем. Y умножить на y, y квадрат. Минус 0,4 х, y в кубе умножить на 6, x в кубе, y квадрат. Находим произведение числовых множителей. Минус 0,4 умножаем на 6. Результат будет отрицательный. 6 у 4 – 24.
и запятой отделяем один знак. Получали 2,4. Теперь степени с основанием х перемножаем. Основание переписываем, показатели складываем. 1 плюс 3, 4. И степени с основанием y. Основание переписываем, показатели складываем. 3 плюс 2, 5. Девять и восемь взаимно простые числа, поэтому у них нету общих делителей, кроме единицы. Поэтому вынести за скобки общий числовой множитель мы не можем. Выносим х с меньшим показателем. У нас есть х в четвертой степени, х в первой, х в квадрате, х в четвертой. Наименьший показатель 1, поэтому выносим х. Теперь смотрим на y. Y в квадрате, y в десятой, y в квадрате, y в пятой степени. Выносим y в квадрате. Ну и теперь каждое одночлен мы должны разделить на общий множитель. 9х в четвертой степени y квадрат делим на x, y квадрат. Остается 9. X в третьей степени. Как мы узнали, от 4 вычли 1. Показатели вычитаем, основание оставляем без изменений. Теперь минус 8х, y в десятой делим на x, y квадрат. Получаем минус 8. Y в десятой степени делим на y в квадрате, получаем y в восьмой степени. 48x квадрат, y квадрат, делим на x, y квадрат, получаем 48x. И минус 2,4. X в четвертой степени, y в пятой степени делим на x, y квадрат, получаем минус 2,4. X в кубе, 4 минус 1, y в кубе. 5 минус 2. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.